Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в городе и регионе за минувшие выходные. Житель Ноябрьска погиб в аварии на трассе под Муравленко. ДТП случилось поздно вечером, в воскресенье, 15 декабря. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на кроссовер Toyota рухнул прицеп большегруза. Автомобиль МАН выехал на полосу встречного движения. Полуприцеп опрокинулся в кювет прямо на иномарку. Водитель легковушки сам съехал на обочину, пытаясь уйти от лобового столкновения с грузовиком. Известно, что за рулем иномарки был 54-летний житель Ноябрьска. Он погиб на месте происшествия. В Ноябрьске под колеса авто попала женщина. Авария случилась в субботу, 14 декабря, на улице Шевченко. По данным полиции, женщина переходила дорогу рядом с зеброй. С места ДТП пострадавшую доставили в приемное отделение Ноябрьской больницы. Ей назначено стационарное лечение. В Тюмени студент украл у своей девушки почти 400 тысяч рублей. Преступление раскрыли полицейские. К стражам порядка обратилась 19-летняя жительница областного центра. Девушка и молодой человек проживали вместе в съемной квартире. Периодически тюменец закатывал скандалы на почве ревности. Во время очередного конфликта отобрал у девушки телефон, якобы проверить переписку, и попросил паспорт. Проверяя телефон, злоумышленник через мобильное приложение похитил с банковской карты 370 тысяч рублей. Полицейские задержали студента, но он успел потратить деньги на личные нужды. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы. В Ноябрьске в колодце во дворе жилого дома нашли тело женщины. Следователи начали проверку. Тело 44-летней погибшей обнаружили в ночь с воскресенья на понедельник в теплокамере рядом с трехэтажкой номер 5А по улице Энтузиастов. Личность погибшей установлена. По информации силовиков, у женщины не было определенного места жительства. Следов насильственной смерти на теле погибшей также не обнаружено. Стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествие» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала в социальных сетях.